Всем привет, меня зовут Веля, а это новая рубрика «Как играет». В этой рубрике мы посмотрим, как играет Салис в команде VSQ. Да, ребята, эта рубрика такая экспериментальная, поэтому давайте как бы... Сколько лайков я вот я увижу много лайков, увижу хороший комментарий, буду дальше продолжать. Возьмем Люсик и его команду L-Team, почему бы и нет, и посмотрим, как они играют. То есть я беру человека, какого-нибудь кибер-игрока, кибер-спортсмена, беру его сквад, они мне снимают, получается, запись, как они катают в матчмейкинг. Ну, там, типа, с тактиками, с голосовыми общениями и так далее. И просто комментирую для вас, ребятушки. Поэтому лайк, подписка с колокольчиком, комментарий. Напишите обязательно, все зависит от вас. Это рубрика в ваших руках. Ну, а мы начинаем. Перед началом ролика хочу рассказать вам о смартфоне, который недавно попал ко мне в руки. Помните ролик, где я открывал 30 кейсов на мощном игровом смартфоне Realme C3? В комментариях я получил очень много положительных отзывов, поэтому выпросил у компании Realme их самую горячую новинку — Realme 6 Pro. И вот в моих руках та самая модель. Realme 6 Pro — первый смартфон на Snapdragon 720G. Этот процессор выдает на 120% больше вычислительной мощности относительно предыдущих моделей, а графическая производительность лучше на 75%. И вот, держа в руках этого монстра, я не мог не протестировать его в играх. С такой начинкой Realme 6 Pro просто летает в играх. А заметьте, я играю в очень тяжелые игры. Что в колде, что в PUBG, все супер и без проседания FPS. Ну а в Stand of 2 тем более все круто. За свои деньги этот смартфон просто находка для геймера. Но чуть позже я расскажу вам, где можно купить его гораздо дешевле. По экрану все так же супер. 6,6 дюймов, Full HD Plus дисплей с частотой обновления 90 Гц. Высокое разрешение 2400 на 1080. Но изюминка этого экрана в том, что он занимает 91% площади. Аккуратный подбородок и вырез фронтальной камеры прямо в дисплее. По камере пробегусь быстро, ведь вас интересует, что там по батарее. Realme 6 Pro имеет 6 камер, которые подойдут для любого вида съемки. Телеобъектив, сверхширокоугольный модуль, макросъемка и многое другое, что составит серьезную конкуренцию даже iPhone. Так что смартфон идеально подойдет для съемки себя в TikTok, Instagram или просто на YouTube канал. Ну а теперь батарея. Аккумулятор на 4300 мАч с использованием 30-ваттной зарядки легко зарядить всего за 1 час. Но если вы уже играете потную катку и вам срочно нужно зарядить смартфон, то прямо при игре за 60 минут аккумулятор зарядится на 62%. Также рекомендую оценить беспроводные наушники Realme Buds Air. Автоматическая синхронизация, высокое качество звука, минимальная задержка, плюс динамик Bass Boost, работа до 17 часов на одном заряде и 2 микрофона в каждом наушнике. Ну а сейчас я расскажу, где выхватить Realme 6 Pro дешевле всего. В рамках промо-акции на Tmall 3 дня будут действовать скидки. Realme 6 Pro 18 490 рублей. А модель, про которую я рассказывал вам в прошлых роликах, Realme C3, можно урвать по сочной цене в 8 790. Залетай в описание, хватай любой Realme по выгодной цене и забудь о лагах в своей любимой игре. Если вы наставите 40 тысяч лайков, я посмотрю на игру Люсика и его клана L-Team. Итак, ребята, матч начинается прямо сейчас. Я слышу уже переговоры. Давай потише сделаем. Здесь у нас, короче, кто у нас здесь есть? Абовин, Лондон, Сайлис, Верикан, все. А Блейзер еще здесь у нас есть в команде. Ну что, мы смотрим сейчас за Сайлисом. Матч начинается. У него юспик, и он залетает, получается, с А. Заходит, чекает, значит, у нас рез. Давай посмотрим. Мидл, отлично. И первые пошли выстрелы. Не попадает, но здесь его, значит, сейвят. Отлично, Сайлиса сейвят. У него и броня есть, и все хорошо. И сейчас будут заходить сзади на респ. Видно уже, что там есть противник. Просто простреливает разные проходочки. Вот, есть отличный хедшот по анимечнику. Отлично, ну я уже вижу, что получается у команды террористов остается только один игрок. Отличный, залетает хедшот по твинке. Салис, мое почтение, уважение. Хорошая игра, хороший первый раунд. Просто взяли, короче, ворвались и размотали, как нефиг делать. Значит, на Салис закупает юмпик. Нас закупает. Че у них там по переговорам? В принципе, ничего такого прям ультра информативного. Так, Салис залетает, получается, в темку. Сейчас будет брать противника. Видно уже, что есть стрельба. Видно уже, что там есть противник. И как бы он как бы целится, да целится. Но, в принципе...
не по таймингам, не по таймингам. Зашел Лун, это Бовин Блейзер, я уже вижу, залетают, забрали противников. Просто разматывают, как нефиг делать. Салис бегает тюмпом, не знает, что делать. Самый ценный игрок Абовин за наибольшее число убийств. Нет, ну чуваки, просто VSQ залетает, разматывает противников и все. Что здесь, в принципе, комментировать? Как говорится, ребята, это наш матчмейкинг. Это наш матчмейкинг. Может быть, что-нибудь, может быть, какая-нибудь будет жесткая, какая-нибудь прям игра. Может быть, какая прям жесткая-жесткая игра будет. Давайте посмотрим, потому что я более-менее, так знаете, отсматривал. Просто тыкал, там дальше будет тоже мясо. Итак, дали слепу по Сайлису. Говорят, что есть в апартичах в переходке. Я слышу, там Верикан дает команду. Верикан забирает противника. Хедшотом, прострелом. Блейзер забирает тоже противника. Опа, ну все, сразу зашли, залетели. Лондон забирает анимешника, и Верикан забирает винги. Что я могу здесь сказать? Сразу видно, ребята, что как бы, ну, VSQ-то уже бывалые киберспортсмены. У VSQ есть огромный опыт. И сразу видно, что как бы они залетели в матчмейкинг, и против них попались на такие, знаете, любители. Ну, любители сразу видно. Вот, значит, у нас, что у нас получается? Салли с эмочкой пытается простреливать стёмки, там никого нет, значит, команда пошла на апленд. Нет, забирает, получается, на миду. Тут еще Лондон с АВП забирает анимешника. Классно, ребята, ну... Ну и как? И как мы видим, опа, минус Лондон, минус Блейзер, минус Верикан, остается у нас, получается, Сайлис вместе с Абовином. 2-3 у нас сейчас игровая ситуация. И бомба есть, отлично, Абовин забирает противника. Абовин забирает винки еще, лол, просто Абовин трипл килл сделал прямо сейчас на наших глазах. Сайлис пробегал по хайграунду, но Абовин как бы на лоу-граунде сделал все классненько. Взял, забрал троих тут же. По-моему, это даже неплохо. 4-0 счет, в принципе, вообще в сухую. Просто в сухую. VSQ, как говорится, отдыхает. Отдыхает. Опа, у Салиса есть АВМ. Делает красивый килл на миду. Боже мой, Салис, давай-ка еще килл. Еще килл есть, Тёмки. Боже мой, прострелом еще в голову. Еще килл, трипл килл, Салис. Вау. Просто вау, ребята. Напоминаю. Суть рубрики такова, что ребята играют матчмейкинг. То есть они должны зайти в матчмейкинг и записать первую игру. То есть это не выборочная идеальная игра от них. Да, это просто они залетели сквадом в дискорде, так сказать. Залетели, первая матчмейкинг игра, все, записывают. То есть они уже на лакичах люто. Они там что-то это, угорают в дискорде, просто угорают. Ну что, у Салиса до сих пор АВМ, что он будет сейчас показывать, видно, просветик есть, промахивается, ничего страшного. Там уже Блейзер минус 2 сделал, Блейзера забрали с дробовика же брали, ну и Салис что там, минус, 360 хотел сделать еще один минус, прокидывает гранату. Не видно, где находится противник. А минус по Верикану еще дали. Пытается простреливать дверь, не получается. Пытается простреливать угол, не получается. Здесь, в принципе, никого нет. Лондон забирает винки. И он забирает еще и мэр Тигла. Вау! У Лондона тоже, кстати, АВМ. И тоже очень хорошие катки. Очень хорошие мувы показывают, ребята. Мне бы как-то посмотреть... Так, стоп. Смотрим. Абовин, счет 9-2. Лондон 7-1. 7-1. Вот это нормально. Салис 6-0. Ни разу не умер при этом. Блейзер 5-3. Ну и Верикан 3-3. В принципе, счет 6-0 уже как бы... Ну, ты уже понимаешь, что противники, команда террористов, ну ничего не сделают. Ну реально, ну ничего не сделают против такой вот пати. Но мы посмотрим, что будет дальше, потому что, как бы, ну, не всегда же прям все идеально будет. Сейчас мы на ошибочки посмотрим и прокомментируем их. Итак, let's go. Смотрим, что за оружие у Салиса. Опять должен быть АВМ. А, АВМ скидывает, берет еще один АВМ. Хотел взять М16, но взял АВМ. Ладненько. Смотрим. Заходит под арку. Закидывает отличную прокидку гранаты, еще закидывает слепу. Абовин уже забирает противников. Также Блейзер с АВМ забирает своего противника. Да Верикан тоже забирает своего противника. Салис, давай красивый килл на запись, ну же, что-нибудь сделай классное. Минус Абовин, минус Твинки. Остается у нас, получается, игровая ситуация 4-1. 3-1. И сейчас должен Салис сделать красивенько. Просто килл должен сделать с АВМ. А-ха-ха, я так и знал. Отличный килл, ноу-зумом получилось. Ну и, опять же, ребята, 7-0. О чем здесь можно говорить, в принципе? В
принципе, 7-0. Вот, закупают что-то там, АВМы закупают, скидывают. Я не знаю, сейчас будет, видимо, вся тима бегать с АВМ и показывать хорошую игру. Опять же, подлавливает Салис, не получается. Второй раз не получается, третий раз не получается. Пытается забрать ноузумом противника, закидывает длину гранаты. Абовин залетает, забирает противника. Минус Абовин, по Абовину уже дали, лёль. Прокидка слепы на домик получается. Что делает? Минус Верикан, минус Блейзер. У нас остается сейчас Салис со своим тиммейтом. Пытается Салис дать, не получается. Что происходит? Попал, но не забрал противника. Неужто это будет первая победа для команды террориста? Флонен забирает противника. Анимешник как-то забрал, странно, очень странно забрал Сайлиса. Вы видели, это как будто прям прострел через текстуру. Окей, ну вот, кстати, вот машины и немножечко заглохли, так сказать. А счет 7-1. Сейчас нужно, ну, типа, конечно, закупаться более-менее, потому что команда Виски упрокидывала АВМ, и закупала АВМ, и скидывала в общую кучу, и получалось, что у них сейчас по мани-менеджменту, в принципе, не очень хорошо. Ну, а давайте посмотрим. Салис у нас с диглом. Опять залетают, все, минус против... Господи, боже мой, отлично, трипл килл. Вот что мне нравится в игре Салиса, он очень агрессивный, даже когда играет за КТ. Очень агрессивный даже за КТ, ребята. То есть прям зашел, залетел, раз килл, два килл, три килл, и уже у команды VSQ огромная, типа, огромная фора в игре. Вот, но как мы видим, я не знаю, почему они играют за КТ и очень рискованно. Может быть, потому что на первых катках... На первых раундах они уже поняли, что, в принципе, ну, против них такие, знаете, картонные противники играют. Вот, потому что, ну, вы сами видели, какие были киллы, в принципе. И поэтому начали играть очень агрессивно и не ждать, типа, знаете, не играть от дефа, а играть на агрессию. Итак, я вижу, они, значит, смена сторон. Я вижу, как они заходят через мидл, забирают Блейзера. Также минус Абовин, минус Лондон. Салис залетает сейчас забирать противника с ножа, но Салиса забрал, значит, анимечник, по-моему, кто там забрал. И спецназ победил. То есть первая каточка за террористов не так уж и дает им, как бы, такую фору. Но по мани-менеджменту все ГГВП, как говорится, от мена. Вот, и смотрим, что у них сейчас будет происходить за сторону террористов, потому что все, как бы, они закупают всякие различные юмпы и так далее. Минус уже дали по КТшникам. Уже минус по КТшникам. Есть преимущество хоть в одного человека. Лондон забирает твинки. Салис проходит с... Ай-яй-яй-яй! Как? Не растерялся же! Не растерялся! Заходит с мида! Не растерялся! Вылетает просто противник на префайре! Но нет! Лондон еще анимешник избирает. Вот мне очень нравится, знаете, вот... когда ты играешь очень часто, очень много в эту игру, и когда вот такие, знаете, ситуации происходят, когда ты... идешь, допустим, на какой-то плент, и тут резко врывается какой-то тип, и ты понимаешь, что, мол, типа, ну, любой новичок, он бы растерялся. Но мне очень нравится, как люди, они просто, ну, типа, ты знаешь на машинальном уровне, что ты можешь сделать. Вот, и оцениваешь ситуацию за миллисекунды, это очень круто. Сразу видно, противник пытается ставить бомбу при том, что противник в ребрах. И Салис забирает сейчас КТшника, заходит в ребра. Также минус по Блейзеру, минус по Верикану дали. Сейчас такая, знаете, очень странная ситуация. 3 в 2 у нас игровая ситуация. Забирает! Вау, просто на префайрах как-то дал интерес. Но анимешник забирает Салиса. И кто у нас еще остается? Кто у нас еще остается? А Лондон еще остается. И Лондон будет чекать бомбу. Но тот чел минирует. Забирает анимешника. Не дает разминировать бомбу. И забирает на ноускопах. И это, ребята, великолепная игра. И VSQ побеждает со счетом 2-10. Ребята, просто анимешник глупый. Глобал при том, боже мой, отличная игра, видим ранг у Сайлиса, и что я могу сказать, это VSQ, ребят, это VSQ в формате матчмейкинга, тем более full stack VSQ из самых лютых звезд, в принципе, я не ожидал никаких там ультра-мега-стрёмных ошибок,
залетели, показали красиво. Да, в некоторых раундах они проиграли, потому что, ну, как бы, не всегда ты можешь играть максимально идеально. Ты же человек, да, ты же человек. Вот, и все, красиво показали. Очень понравилась игра Абовина, очень понравилась игра Лондона. Салли со своими, конечно, ноускопами и всякими различными мувами с дигла тоже очень сильно мне понравилось. Было много мувов. Было много красивых моментов, трипл-киллов и так далее. Ну что, ребята, мы сейчас, как бы, я вам сейчас показал эту новую рубрику. Надеюсь очень сильно на ваши лайки, на поддержку. Не знаю, зовите своих друзей, показывайте игры. Если наставите кучу лайков, давайте мы скажем так. Если вы наставите 40 тысяч лайков, я посмотрю на игру Люсика и его клана L-Team. Вот, и мы разберем эту игру. Вот, спасибо большое за просмотр, за ваши лайки, подписки, колокольчики. У микрофона был Веля. Всем удачи и пока, ребята.